И всем снова привет, с вами канал Beautiful Lady. Сегодня мы с вами посмотрим новенькое обновление по игре Alicia Online. Наконец-то у нас добавили новую масть, это Эрбекана. Сейчас у вас на экране скриншот из официальной группы ВКонтакте. Жаль, конечно, что они добавили масть Кремелла. Я очень надеялась на лошадь с голубыми глазами. Давайте для начала зайдем в шоп и с вами посмотрим именно новый слот. Да, его сразу же приобретем, потому что места у меня, к сожалению, нет. Да, теперь наконец-то есть место. И давайте же с вами начнем с яиц. Посмотрим, кто у нас вылупится ради интереса. О, это чайка. Надо же. У меня в основном все собраны, но питомцы очень редко сейчас вылупляются. Так, давайте с вами посмотрим, какие вообще лошади есть. Ну вообще, на самом деле, масть довольно-таки красивая. Она встречается, насколько мне известно, у некоторых пород даже реже, чем Кремелла. Из-за своих вот этих вот светлых оттенков на круп лошади, особенно в середине. Кстати, кому интересно, у меня в коллекции лошадей моделей есть одна арабская лошадь и имеет масть как раз таки Эрбекана. Кому интересно, можете посмотреть мой обзор с коллекцией моделей. Давайте же посмотрим, как можно вывести эту масть с нуля. Как у меня сейчас, у меня ее сейчас нету, в принципе, как вы можете заметить. Итак, для начала в поиске нам нужно выбрать, разумеется, эту масть. Вороная Эрбекана, причем через А. Далее, по грибам я выбираю стандартно. Ну, давайте вот эту, я думаю, что не будем брать, чисто длинную оставим. Два варианта. И хвосты тоже три. И давайте сами посмотрим. Да, конечно же, очень сразу предлагают много мастей за 40-30 тысяч. Но я думаю, что не будем с вами за столько брать. А начнем что-то с чего-либо среднего. Максимум это, я думаю, что 20 тысяч монет. Прям действительно. И разумеется, с вами отбирать будем лошадей плюс 7, плюс 8, плюс 9 родословные. И разумеется, прокачка должна быть чисто на контроле. Потому что по скорости я не гоняю в принципе, когда захожу в игру. Вот в целом есть неплохие лошади. Но здесь, к сожалению, плюс 5. Вот это вот можно сохранить. Почему, к сожалению, не рассматриваем. Так, здесь у нас есть какой маловат. Белая грива самая, что на есть красивая, мне кажется, в данной масти и сочетании цветов. Поэтому ее обязательно сохраняем. Я, конечно, знаю, что мы пока не сохраняемся, но рот может просто выбрать все. Такая тенденция есть, конечно, но можно выбрать тоже перечень, только там стоит. Так, здесь еще возьмем, посмотрим, что еще осталось или нет. Так. Да, здесь особо ты и не разбираешься, я бы так сказала. Вот, в принципе, неплохая одна. Вот это. За 20 с такими сердцами я даже не буду рассматривать. Так, вот это вот. А, вот это вот. Да, на 6 переполнен. Нет. Ну, видите, я все-таки хочется этого нет. И добавим вот эту тоже вышла. И я думаю, что начнем с нее. Так, давайте же случим с нашим великолепнейшим Томасом. Потому что у него достаточно неплохие навыки и есть потенциал. Вот. Первая попытка, к сожалению, у нас неудачная, но ничего, у нас еще в запасе несколько коней есть. Давайте же все-таки проверим 20-тысячных. Ура! Неужели у нас масть не Эрбекана? А то я понадеялась, потому что они очень немного даже, не очень, а схожи немногим. Так, разумеется, естественный рост. Это ведь не Эрбекана, ведь нет, правильно? Или же это... Нет, конечно, нет, это двор начала. Тоже не такая уж и старая масть в игре. Если я не ошибаюсь, это Эрбекана у нас родилась. Ну, давайте, 8 левел. Спасибо. Белая грива. Так, давайте же назовем. Так, давайте ее назовем Дианой. Я не знаю почему.
но мне хочется так назвать. Смотрела я нашу лошадь, вот она, Дайан наша, либо же давайте ее называть все-таки Дианой, поскольку русские. Вот она, вороная Рабикана, мы ее вывели хорошо, я очень этому рада. Конечно, можно было попробовать и получше вывести, к сожалению, да, вес у нее не самый максимальный, то есть у меня вот есть более высокая лошадь, весом в 520 кг. И жаль, конечно, что она без потенциала какого-либо. Но того, что мы хотели, в целом добились. Именно по такой простой схеме можно добиться выведения любой из мастей, которые вы пожелаете. К сожалению, я бы еще производила, конечно же, но у меня вообще нету мест. Увы, да. Вот этот вот у меня еще стоит на случках, поэтому... Кому нужно разводить с ним, пожалуйста, прекраснейший конь. Вы посмотрите на ее глаза, они с голубо-фиолетовым отливом. Такая отметина на морде, большая достаточно, я бы даже не рискнул назвать галстуком. Сама Рабикана, да, прекрасно, необычайно для Алисии. Очень радует, что разработчики не забывают про игру, хоть и много гневных комментариев было, то, что они не справляются, то, что нет обновлений и так далее и тому подобное. На самом деле, вот правда, ребята, кто так говорит, я вас не понимаю. Разработчикам никто за это не платит. Игра не от официального, именно самого первого корейского разработчика, она поддерживается нашими русскими ребятами. И у них просто, ну, действительно иногда не хватает времени на то, чтобы воплотить что-то в игру. А идей очень много. Поэтому я думаю, что это вообще прекрасно, что они игрой занимаются. Поэтому, кто так считает, поставьте лайк. Посмотрим, сколько нас соберется. Ну а на этом я тоже буду заканчивать свое видео. Спасибо всем, кто досмотрел это видео до конца. Я желаю вам больших успехов и удачи в разведении лошади масти, которые вы хотели бы вывести, и особенно с параметрами, которые вы хотели вывести. Я сегодня не ставлю свою цель вывести там с кудрявым хвостом, с какой-то необычайно красивой гривой. Я просто ставила цель вывести такую масть новую. Это у нас получилось достаточно даже оперативно, что меня очень радует. Пишите свои комментарии, вопросы, я буду рада на них ответить. Пожалуйста, как говорится, добро пожаловать на обратную связь. С вами был канал Beautiful Lady, всем пока-пока, всего самого наилучшего и доброго вам.